Всем привет! С вами Юля, и сегодня я расскажу вам про Дракулауру из коллекции «13 желаний». Купи ребенку ТВ. Продается Дракулаура в необычной коробочке с интересным дымчатым рисунком. Также мы здесь можем увидеть логотип коллекции «13 желаний» и мультяшное изображение самой Дракулауры. И, конечно, традиционно мы можем заметить здесь герб Monster High и надпись Monster High. Сбоку тоже можно увидеть надпись Monster High. А сзади мы увидим изображение Дракулауры и других кукол из этой коллекции. Кроме того, внизу можно прочитать о том, что лампа, которая входит в комплект с этой куклой, не просто украшение, а она исполняет желание. Правда, я пыталась загадать себе мороженое, но что-то как-то не вышло. Что ж, эффектность костюма Дракулауры видна сразу же. Сначала стоит обратить внимание на ее необычную прическу и украшение на голове. Волосы Дракулауры не просто черно-розовые, но еще и с золотыми прядями. А прическу ее украшает необычная диадема, детали которой напоминают крылья летучей мыши, а также мы можем увидеть здесь еще и паутину. Макияж у Дракулауры тоже весь сверкающий и блестящий, поскольку розовые тени отлично сочетаются с золотыми. Также губы Дракулауры покрашены не только помадой, но еще и золотым блеском. В ушах у Дракулауры вставлены сережки в виде сердечек. Сережки причем тоже золотые. На шее у нее просто дивное украшение в виде паутины и с деталями, которые похожи чем-то на крылья летучей мыши. На руках у Дракулауры надеты то ли браслеты, то ли нарукавники. На самом деле отчасти эти браслеты похожи на ту паутину, которую выпускает Спайдермен. Пиу-пиу. Верх платья Дракулауры сделан будто бы корсет, поскольку спереди у нее золотые нити, которые якобы стягивают ее, а по бокам верх платья украшен блестящими горошинками. Самое интересное в ее платье, это, конечно же, юбка, которая короткая спереди и имеет длинный шлейф сзади. Верхний слой юбки украшен принтом в виде летучих мышей и паутины. Смотрится он, конечно, очень интересно и необычно. Нижняя юбка сделана из сетчатого материала с золотистыми нитками. А самая нижняя юбка сделана из плотного и ярко-розового материала. Все вместе смотрится очень даже красиво. На ногах у Дракулауры надеты высокие сабо, у которых очень-очень высокая платформа, тоже золотого цвета, как и все ее украшения. А передняя часть выполнена в виде паутины. Смотрится очень миленько, но не особо выдающийся, на мой взгляд. В комплект с Дракулаурой входит вот такая лампа, которая, по идее, должна исполнять желание, или из нее должен вылетать джин, поскольку лампа открывается, но ничего не вылетает, и желание тоже не исполняется. Мороженое я не получила. Если приглядеться, то лампа украшена черепками Monster High, паутиной и изображением различных змеек на ножках этой лампы. Ручка на крышке этой лампы тоже сделана в виде черепка Monster High. Также в комплект с куклой входит расческа и сидячая подставка, на которую можно посадить куклу, и будет казаться, будто бы она стоит самостоятельно. Еще в комплект с куклой входит карточка, на которой с одной стороны изображена Дракулаура, а с другой – другие персонажи этой коллекции. Купи ребенку ТВ. Всем пока, с вами была Юля. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Купи ребенку ТВ.